Здравствуйте, с вами Валентина. Я как нумизмат с небольшим стажем очень счастлива, что в мою вот коллекцию небольшую пришло пополнение. Новые банкноты, это вот такой вот 100 рублей, выпущенные к чемпионату мира по футболу 2018 года. Я очень счастлива, что у меня она в руках. Вот моя коллекция, посвященная Олимпийским играм в Сочи 2014 года, и также вот крымская 100-рублевки. Но эта банкнота совсем совершенно не такая, как вот все остальные обычные 100-рублевки и монеты железные. Эта банкнота, она пластиковая, сделана из пластика. Банкнота, вот как видите вы, в разных тонах. Видите, здесь оранжевый цвет, голубой, зеленый. Красивые такие тона сделанные. Вот даже розовый здесь вот. Здесь вот на этой стороне, видите, огромный вот такой футбольный мяч, как бы сделанный. Вот по бокам, вот видите, как вот вид, прозрачные такие пространства. Вот здесь вот, вот здесь, вот здесь вот. На вот этом пространстве, вот здесь на купюре, голограммка, где вот реальный, наверное, же футболист с мячом. Ну, вот здесь, естественно, реальный футболист, как все говорят, что это Лев Яшин. Вот мальчик с мячом, здесь таким переливающим красиво. Банкнота это очень такая приятная на ощупь. Вот пластик такой нежный, такой приятный. Вот я очень счастлива, что у меня в руках вот такая банкнота. Она легко гнется, хотя говорят, что вот пластик, он хорошо переминается, вот спокойно, очень красивая сторона. Ну вот такое пополнение моей коллекции есть. Я очень довольна, что у меня появилась такая 100-рублевая купюра. Вот что я хотела рассказать о новой банкноте, нашей, посвященной чемпионату мира по футболу 2018 года.